Черт, пути назад нет. Джек, постарайся выбраться на верхнюю палубу. Там ты сможешь достать себе лодку. Как окажешься внутри, выясни, что стало с Вэл. Нам нужно узнать, куда ее отвели. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем проходить в Far Cry 1. Итак, так, фонарика у нас нет, да? Мы пробрались, короче, на авианосец. Тут полно наемников, вот. Так что будет, наверное, подгорание пукана, вот. Так что ставим ваш бесценный лайк, подписываемся на канал. Вот. Так, как мне тут пробраться? Как мне куда идти? Тут без 100 грамм не разберешься, короче. Так, постарайтесь найти в Валере. Окей. Я... тут вот оттуда я пришел. Понятно, мне надо в воду. Я почему-то думал, что это как раз место, откуда я пришел. А это оказывается вот что. Так, мужик, окей, хорошо. Кроу нам за... Ничего не заметил. Так, они ничего не видели. У меня просто не слышали. А я не могу из воды стрелять? Что бы там ни было, плевать. Ты ничего не заметил? Ага. Ага. Взять какого черта? Ага, страшно стало. Бляха, пробежал. Что за хрень? Ну-ка. Умри, 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 умри. Бляха, они все сейчас сюда придут. Отряду Альфа немедленно явиться на заправочную станцию. Повторяю, немедленно явиться на заправочную станцию. Ай-яй! Говнюк. Так, окей, смотри, здесь даже дырки остаются, да, от этих... от пуль в трупах. Так, тихо. Тихо. Знать бы еще, куда идти. В каком направлении. Да я хрен вообще, непонятно. Бляха, если даже убьют, короче, меня, то это будет вообще жесть. Мне придется с самого начала. Так, я отсюда выплыл. Там была еще проход в другую сторону. Они там что-то начали говорить, типа, Кроу какой-то им голову оторвет. Так, аптечки. Гранаты. Гранаты же, да, взял? Окей. А что дверь-то не открыть? А, погодь. Погодь, погодь, погодь. Погодь, браток, погодь. А, короче, получается, да, вот я круг сделал. Ну... В принципе, о чем я и говорил, это коридорный шутер, он все равно тут приведет, короче, то место, куда надо. Можно так пробежаться, в принципе. Что я застрял? И не пролезть. Слишком жирный, что ли? Так, можно по вентиляции пробраться. Бляха, а тут выше подниматься. А там тогда что? Давай внизу посмотрим сначала. Так, здесь-то что есть? Опа. Это фонарик. О, отлично. Фонарь чуть не пропустили. Вот сюда вот едет. Внимание всему персоналу. Объявлена тревога. Немедленно докладывайте обо всем подозрительным старшему офицеру. Бляха, тревога. Thank you.
Что это было? Вижу цель! Я. Ты жив? Он включил тревогу, мать твою. Я помню тебя на плечи. Он в бронике. Готов. Вот еще где-то с... Вон, вон, внизу. Что за хрень? Блеха-блеха. Я знаю, что ты там. Он мне снял весь бронь. Короче, вот она началась, жопа. Отключить я могу? Хорошо. Опа! Новый пулемет. Хорошо. Новая пукалка у нас. Испробуем. Так. Внимание всему персоналу. В зоне замечен посторонний. Он среднего роста и телосложения. Одет в красную гавайскую рубашку. Он вооружен и опасен. Стрелять на поражение. Вооружен и очень опасен. Ау. Хорошо. Смотри, там какие-то торпеды лежат. Так. Тут можно вот здесь пройти еще. Еще дверь. Ходов, мама, не горюй. Так, зато я здесь броньку взял. Хорошо. Давай пройдем здесь. Ползком. Ползком! А фонарик, они интересно видят, нет? Если мимо вот этих двух ублюдков мог проползти просто. Я пытаюсь отслеживать твою позицию, неприятеля, но металл блокирует сигналы. Тебе придется действовать самостоятельно. Это люк, знаешь, на матрас похож. Так, окей, мне можно наверх и еще здесь. Вот, вот здесь посмотрим. Отряд Дельта. Заправка. Эй, ты! Чего там не видишь-то? Ну-ка, выгляни, я тебя так сейчас загашу отсюда. Зарядка. Хера он там долбит, слышишь, да? Как вариант, он мог забаговаться просто. В комментах вы написали, что это на сложном игра ни хрена под хардкор не оптимизирована, поэтому придется тут вообще просто страдать. Жесть. Так, ладно. Давай попробуем. Отряд Бета, подойдите на палубу 3. Отряд Бета, подойдите на палубу 3. Окей, как раз я вот поднялся. Эй, ты, красный робот! Где ты? Дверь сломана, хорошо. Вот здесь где-то был. Или это он сейчас и был, которого я сейчас убил. Бляха, где? Собака снял мне весь броник. Напоминание персонала. Тебя вижу. В подозрительных происшествиях немедленно докладывайте командиру. Оружие. Патроны там закончились. Иди. Yeah.
На, жизнь началась, у меня теперь уже все. Ни аптечек, ни черта. И вот эта вот штука, она может мне принести вред, да? Нет? А, я думал, вред мне принесет. Так, окей. А... Здесь можно пробраться. Можно так пройти. Всем механикам прибывают поврежденные машины. Приготовьтесь к приему и ремонту. Механики. А механиков-то больше нет. Ты нашел Уилл? Нет, если только она не замаскировалась под одного из наемников. Действительно. Так. Мне хотя бы броньку какую-нибудь. Я молчу про аптечки. Инженерному и техническому составу ты начать проверку пытали. Кабелей и генераторов. Все соединения надеюсь, не должны был. Быть проверены дважды. Броньку либо аптечку. О, аптечку я нашел. Хорошо. С бронькой беда. Охраночка прошла. Здесь что? Здесь закрыто. Ладно, аккуратно идем. Я вижу там врагов. Я как всегда меткий. Меткий глаз. Ты что, это сарказм был? Жив! В смысле, откуда? Сверху? Сверху, смотри. Хера забрался. Тут еще хрен увидишь их. Нормально. Ля на пулемете, ля с пулеметом. Бляха, была аптечка и нет аптечки. ХП вообще нет. Патронов не жалеем. Бляха, бляха, кто, кто, где, откуда? Ты еще не умер? Он еще не умер? Я думал, я ему в голову попал. А он еще и не умер. Так, хорошо, здесь хоть сохранка здесь прошла. Так, минус один. Минус, я говорю, второй. Так, у нас там с пулеметом. Наверху. Где-то был. Ага, ползет, короче, я слышу. Давай его здесь подождем. Здорово. Здорово. Леха, сверху что ли? Тот, который сверху. Где? Вот здесь где-то сверху должен быть, да? И с пулеметом, чувак там. Ну-кась. Пулеметчик. Хорошо. Патроны так сыпятся, как горох. Так, ты где? Чучело. Вон он. Понял? Ништяк. Так, а кто меня убил-то? Какой меня убил? Убил меня, по-моему, где-то вот здесь, чувак. Или я его уже сгасил? Окей, пока тихо, спокойно. Смотрим аккуратно, наверху могут быть. Ублюдки любят прятаться. Так, эти двери чё? Ничего. Дверь такая маленькая, я даже туда не пролезу. Для кого? Ай-яй! Для Фрода? Да в смысле? В смысле? Бляха, вон где. ХП вообще жесть. Так, ладно, допустим. Мне надо какую-то аптечку найти.
аптечку, либо броник. Если я сейчас сдохну, опять все по новой. Это жесть. Насколько я помню, здесь, по-моему, если в голову выстреливаешь, там часть броника ты можешь забрать. Бляха. Охранка. Если... Эй, кто там? Она совершила нападение! Наверное, он ищет ту девчонку! Похоже, придется защищаться самим! У нас нападение, он ищет ту девчонку! Ёпте мать! Есть здесь? Есть здесь кто еще? Здесь по-любому должна быть аптечка. Самой Вэл здесь нет, но я нашел ее камеру. На кассете какой-то клоун по имени Кригер. Этот архипелаг – идеальное место для моей работы. Острова находятся в стороне от морских путей, и здесь, вдали от цивилизации, никто не помешает моей работе. Мне потребуется время, но будущее всего человечества зависит от успеха моей работы. Я осуществлю предначертанное. Дойл, они забрали Вэл в какой-то чертов бункер. Где это, а? Я знаю это место, но оно хорошо охраняется. Садись в лодку, я тебя встречу. Хорошо. Итак. Так, аптечки, хорошо. Здесь у нас документы Вэл, какой-то Крюгер, или как он? Крюгер. Он... что-то задумал. Вот. Ты слышишь? Я слышу. Бляха, вертолет. Внимание всему персоналу. На зоне вот. Посторонний. Короче, мне надо свалить отсюда. Жив? Я-то жив. Вот друг твой. Друг твой и ты. Вы уже мертвы. Так, окей. Смотри, с охранкой. Код тревоги Дельта. Всем отрядам код Дельта. Что там происходит? Бляха, вертолет. Ай-яй. Да в смысле? Он мне не дал вылезти просто-напросто. Надо, короче, быстро, значит, вылезти. Пока он не поднялся. Дельта. Всем отрядом код Дельта. Оп. Пулеметчика. Да в смысле? Пулеметчика надо валить. Пулеметчика. Так, я сейчас автомат. По-моему, вот этот более как-то поточнее, наверное, стреляет. Давай его испробуем. Код тревоги Дельта. Всем отрядом код Дельта. Почему так медленно ты лазишь? Молодец. Отлично. Ай, ай, кто стреляет? Куда? Где? Бляха, 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 бляха. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Да в смысле? Они со всех сторон. Они просто со всех сторон. Надо действовать как-то быстро. Как-то. Я еще спрятался так. Как-то по-ублюдски. Да в смысле, что ты не умираешь-то, дебил? Вот она началось. Вот она, попа, боль началась. Код тревоги Дельта. Всем отрядом код Дельта. Да в смысле? На драке нет. Зачем такую жопу-то делать? Код тревоги Дельта. Всем отрядом код Дельта. Эй.
Отлично, я его убил. Я его убил! Я его убил! Ты тоже убил. Так, там чувак, пофиг на него. Он там стоит, меня пока не видит вроде как. Надо вон тех. Куда он пропал? Да тут я. Я убил? Я того убил, который побежал. Да хер. Давай быстро-быстро, перезарядка. С вертолетом более-менее справился. У меня хоть что-то осталось. Чертов. Блёха! Вчера такой там слился с местностью. Ну их уже поменьше. Да тут я. Кстати, голос был недалеко. Что? Короче, он там за ящиками, чувак. И вон там, чувак. Я тебе сейчас... Чпок, того больше нет. Там вроде какой-то пулемет еще стоял. Здесь... Так, вот эта штука опасная, она взрывается. Аккуратно. Там он за ящиками был, чувак. Да его тоже сейчас... Вон. Он просто сквозь ящики, короче, сейчас стрелял. Так, аккуратно. Мало ли, еще где-то кто-то есть. Он стоит. Готов. Там еще он бегает. Готов. Окей. Так. Кто-то меня видит, еще кто-то есть. Хера, их там двое еще. Да собаки. Что еще захотел? Да в смысле? Ты уже здесь или это другой? Если это то, один из них, значит, остался последний. Ух ты, нихера! Так. Да ублюдок вылезет. Все. Еще стреляет. Значит, еще где-то есть. Но он где-то там далеко. Ах ты, падла. Я ж тебя убил. Как воскрес. Так, отлично. Это было жестко. Это было сейчас жестко. Как вариант, можно было как бы вылезти. Ну, бляха, не, я бы не добежал, наверное, до пулемета. Я бы, наверное, не добежал. Так, это знатно потратился, надо потом типа, собирать. Окей. Отлично. В принципе, можно спуститься. Там была еще одна эта бронька. И взять броньку. Вот здесь. Как вариант, да? Еще нет. Лоп. Зашибись. А, вот еще бронька. Можно было не спускаться. Ну ладно, нормально.
Так, найти лодку, говорит. Угу. Сесть в лодку. А, действие, чтобы столкнуть лодку. Ой-ой-ой. Ай! Мысли. А я с воды-то не могу стрелять. А как мне теперь ее? Мне надо это, вторую. Ну-ка, отсюда я попаду. Попаду в тебя. Отлично. Надо было сначала, короче, ее в воду спустить, а потом это. Так, ладно. Я взял лодку. Что дальше? Наш единственный шанс. Разрушить коммуникационную сеть на острове. Так мы сможем поднять суматоху, во время которой ты скроешься. Для этого ты должен добраться до острова Кабату и держи курс на восток. По пути тебе вряд ли кто подскажет дорогу. Все понятно. Все понятно. Даже на надувной лодке можно гонять. Здесь наемники организовали центр коммуникации. Уничтожь спутниковую тарелку, и они лишатся связи. Поднимется суматоха. Во время всей этой неразберихи ты сумеешь скрыться, и затем мы займемся поисками ВАЛ. Так. Понятно. Поймал что-нибудь, Жан-Мар? Ну да, все только о нем и говорят, но сам я его еще не видел. Просто у тебя надеюсь, не та наживка. Попробуй это, то я одену его в похоронный костюм. Что, совсем крыша поехала? Что ты сделаешь? Что слышал? Я одену похоронный костюм. Сколько тебе лет, чувак? 200? Даже мой дед не говорил подобного бреда. Ладно, ладно, надеру ему задницу, смешаю с дерьмом, оторву голову и выпущу кишки. Так лучше, да? Вау, круто, лучше не скажешь. Знаешь, голос как у Патрика этого, с Спанч Боба. Так, я пока двоих только тут нарыл. Ладно. Окей. Нарыл пока двоих. Окей, я вижу еще двоих. Мы не хотим, чтобы все знали, чем тут занимаемся. Ведь тут не просто так радиосигнал блокируется. Ох, я понял. У нас своя коммуникационная сеть, потому что мы не можем пользоваться внешней из-за этих блокирующих устройств. Потрясающе! Умнеешь на глазах. А не проще ли выключить эти блокирующие устройства? Надеюсь, стреляешь ты лучше, чем думаешь. Что это значит? То и значит. Что это значит? Что и значит? Так, ладно. Поймал что-нибудь, Жан-Мар? Да мелюзга всякая, крупная не клюет. Просто у тебя... Ладно, погнали. Долбить их надо. Долбить их надо. Ага. Я их, короче, не всех отметил, поэтому надо аккуратно. Готов. Надо как-то прикрыться. Я надеюсь, здесь багов нет таких, чтобы они там через стену стреляли или что-то еще. Смотри, акула. Охереть. Чем ты знаешь, на третью часть, ну, похоже. Тоже наемники, только там были пираты. Тоже остров. Чем ты знаешь? Возможно, когда третью часть сделали, они вдохновились первой частью. Хотели сделать, наверное, ремейк первой части. Как вариант, почему нет? Ты что тут выглядываешь? Так, ну те, которых я отметил, они все. Возможно, здесь есть еще.
народ. Вот на той стороне. Ты о чем это? Мы охраняем. На той стороне острова. Вот. Их тут немало, я смотрю. Там патруль. Ты когда-нибудь тут кого-нибудь видел, кроме наших? Ни местных, ни туристов, вообще никого нет. Только ладно, наши. Ладно, не сходи с ума. Так от если кого мы его охраняем? От кабанов, мы о нем позабудем. От чаек, а теперь разуй глаза и банан. Че они все в перемешку-то разговаривают? Могут... Ух ты, я лодку взорвал. Могут это? По очереди. Рыба обглоданная. Смотри, даже сеть я головой мотаю. Ой. Интересно так. В смысле? Жесть. Так, ладно, окей. У меня вот эти патрончики взял. Кстати, неплохой вот этот автомат такой. Скорострельный, я бы сказал. На другую часть острова, получается, надо идти. Здесь у нас что? Радио. Я думал, тут бронька. Но, в принципе, мне не надо, не нужна бронька. У меня все целое. Вот.